TP-Link MC200CM – гигабитный медиаконвертер для увеличения протяженности корпоративных сетей. Устройство поставляется в небольшой коробке и комплектуется краткой инструкцией по эксплуатации с гарантийным талоном. Медиаконвертер TP-Link относится к гигабитным решениям для реализации надежных сетевых подключений, что упрощает развертывание камер наблюдения на больших расстояниях в рамках офисных инфраструктур, на предприятиях, фабриках и в уличных парках. Соединения точка-точка создаются с помощью гигабитных волоконно-оптических преобразователей. Сам конвертер TP-Link MC200CM выполнен в небольшом корпусе габаритами 95 на 73 мм, по бокам которого расположены вентиляционные отверстия для пассивного охлаждения конструктивных элементов. Влажность воздуха при эксплуатации может находиться в диапазоне от 10 до 90%, если при этом не происходит выделение конденсата, а температурный диапазон не должен выходить за рамки отрезка от 0 до 40 градусов Цельсия. Соединительные порты разнесены по торцам. Здесь у нас медный порт RJ45 под стандартный сетевой кабель Ethernet и два оптических порта для подключения одномодовых и многомодовых кабелей с коннекторами SC. Дальность передачи данных при использовании одномодовых кабелей составит 15 км, а при использовании многомодовых не превысит 550 метров.